броня крепка, и танки наши быстрые. Да, привет, друзья. В очередной раз только вернулся из закрытой вечеринки в Киеве, в клубе «Атлас». Приглашала нас фирма Wargaming, создатели и производители игры «Мир танков», «Мир самолетов», «Мир кораблей». Вот такая вот у меня фирменная футболочка Let's Party Wargaming. Футболки давали только победителям, но мне дали как дорогому гостю из Одессы. Кстати, а он живого тоже получил. А ты что, не мог победить, что ли? Даже натоптали сзади немного. Мой фирменный ник. Всем легко узнаваемый. Сколько Машек топталось? Ну, сколько было, столько подоптались. Да, друзья, была прекрасная вечеринка. Хорошее начало, угощение. Бился шашлыками, пился пиво. Бутерброды, канапе, все бесплатно, все огромное спасибо. Надавали кучу призов всяких, магниты, кружку вот мне вручили такую фирменную с золотой бляхой «Воин», серебряную, между прочим. Пускали нас по вот таким вот именным билетам с баркодом, со штрих-кодом. Ну что сказать, ребята, было выступление группы «Грек», диджеи, группа «Boombox», конкурсы, тверк, стендап от Александра Столивара, море выпивки, море знакомств, друзей. Рюмка водки на столе. Бухали в баре «Барбара». Все было прекрасно, разыгрывался и 6 премиумные ФСМ, гарнитура, еще там масса разных приятных призов. Вот, снимались в фотобоксе, пока, к сожалению, в электронном виде нет, должны скоро прислать. Короче, Wargaming, спасибо, реально все понравилось. Спасибо за приглашение, спасибо за вечеринку. Прекрасно погудели, прекрасно отдохнули. Ну, картошка зачет. Ах, какие Машки. И Машки, танкистки. Экипажу нужна стюардесса? И не одна. Короче, друзья, всех спасибо, всем спасибо, всем с Новым годом, с наступающим. Ролик скоро залью, будете смотреть, потому что только приехал. Реально 4-й раз за 3 недели в Киеве. Очень подустал. Постоянно туда-сюда, не успеваю заливать ролики, но скоро будете смотреть. Кстати, была карта, которой уже нет в игре, к сожалению. Так что наша картошечка вот эта вот. Спасибо, друзья, что вы есть. Вам надо памятник прижить. Конечно, бульбаши, у них картошка по-другому называется. Мы их называем картошечка. Картошка, спасибо. Фри? Да, поменьше арты, поменьше слива, поменьше оленей, побольше тощинов. Ну и статистов тоже особо не на. Так что 50 на 50 в боях. Ну, боже, боже, я такая же. У меня гораздо покруче. У меня гораздо круче, да.